Обзор квартиры хочу сделать, потому что красота неописуемая. Мне нравится, в принципе. Это такой вот комодик для обуви. Наверх вы можете что угодно ставить. Это африканские мотивы. Жене нравится. Вот интересная еще штучка. Надо посмотреть. Wedding Кевина и Евгения. В общем, родовое дерево. Это входная дверь. И вот мы с входной двери. Это такой как предбальничек. Это кладовка. Кладовка здесь непростая. Она такая глубокая, большая. С холодильником. О, для алкоголя. И вина. Так, довольно-таки большая. Удобная. Удобная, очень удобная вещь. Здесь тоже предбальники. Такой, ой, маленький. Шифонерчик. Направо поворачиваем. Здесь гостевой душ, ванна с туалетом. Сразу идет отсек спальня наших молодожен. Красивые цветы. Но вот эта мне штучка больше всего понравилась. Красивая тумбочка. Я имею в виду фотообои красивые. Кровать. Иллюминация от красивой-красивой лампы, люстры. Здесь столик, шифонер. Хорошо, когда шифонеры, да, встроенные уже, готовые. Это ванна. Ванная и душевая кабинка. Безумно удобно. Очень удобно. Так, поехали дальше. Гостевая комната. Это где я буду спать. Тоже встроенный шкаф, кстати. Двухспальная кровать. Здесь это все в рабочем состоянии, потому что Кевин у нас творческий человек. Он все что-то делает. Ой, бассейн прям полон. Только ушла оттуда. Это Женина коллекция кукол. Разных, боже. Здесь, мне кажется, на каждую куклу уйдет по полчаса. Объяснить и показать, с какой страны она, откуда она привезена, сколько ей лет и чего она стоит. Потому что есть очень керамические вот эти, да, это дорогие куклы. Телевизор, комодик, бегемотик, большое зеркало какое. Так, и дальше мы идем по коридору, выходим в гостиную. Большая гостиная, не маленькая. И кухонька у них отдельно, с таким шикарным холодильником. Samsung. Одна створка – это холодильник, а второй отсек – это морозильная камера. Мне кажется, очень удобно. Хотя на вид он вроде бы якобы большой снаружи, а внутри, когда открываешь, я бы не сказала, что он такой сильно большой. Кухня. Вид с кухни. Прям в гостиную. Машинка. Кухонный стол. Тумбочки, картины. Интересное оформление над кухонным столом. Такие лампочки. Но, по-моему, он что-то там еще не доделал. Это все Кевин делал. Он любит такое мастерить все. Так, это бар. Барная стойка. Интересно. Барные стулья красивые. Ну и здесь рай для алкоголиков, как говорится. Все есть. Очень удобно. Красивая квартира. Особенно красиво, как сделаны окна. И вид какой шикарнейший. У них один выход на балкон. Сейчас выйдем, погода уже хорошая, отличная. И такой шикарный вид.
Балкон довольно-таки большой. Я не знаю, сколько метров, но довольно-таки большевастенький. Ведь с этой стороны у нас уже практически закат, 6 часов вечера. Буду с копеечками на удачу. С видом на гольф-клуб. Вот такая квартира. Дедушка узбек сидит. Закрываем. Закрываем, чтобы пыли не нанесло. Здесь пустыня рядом, поэтому нужно быть очень осторожным. Метет песок. Ну как вам? Мне нравится, особенно вот эти окна. Они практически на всю квартиру. Такая квартира.